И подняться на сцену для снятия пробы с коктейля. Вот первая рука поднялась, пожалуйста, поднимайтесь. А есть ли желающие из факультета? Вы уже поздно, молодой человек. Проходите. А факультет R есть кто желающий? Ну, обычно говорят, с Камчатки никого не берут. Вот это, я не вижу, правда, чья рука вот такая вот. Только чуть побыстрее. Вот девушка была первая. Молча, уступите девушке. Это девушка? Сейчас, молодой человек, уступите дорогу даме. Вы все-таки мужчина. Или вы не мужчина? Вы девушка? Я не пойму, меня следует. А вы куда не можете? Понимаете. Как ваше имя? Алиса. Алиса, вы откуда? Перевод. Из страны чудес, хотите сказать. Откуда? Из Петербурга. А вы здесь живете, в Питере? Правильно. Понятно. Вы довольны, что вы поступили? Конечно. А вы откуда будете? Из Питера. Из Питера? Я вас тоже пригласил? Да. Обалдеть. А вы откуда? Уже из Питера. Уже из Питера? Знаете, нет, похож. Почему? Дело все в том, что в Питере испокон веков, начиная с его строительства, да и даже еще до его строительства, здесь, на этих землях, жило достаточно много всевозможных наций и народов, начиная от шведов и заканчивая евреями. Поэтому вы кто по национальности? Кореец. Их очень много у нас в стране, которые здесь родились. Ну, что ж, я попрошу вас, берите бокалы в руки. В зале Вейнбек, наверное, будет правильно, если все-таки прозвучит тост. Итак, вы за что поднимете свой бокал? За весь Вейнбек. Лучше всех. Дай попробуем еще разочек. Вейнбек. Лучше всех. А вы за что поднимете бокал? За то, чтобы все не были отчислены после первого курса. Все, кому лень вставать рано, мне так показалось, да? А вы за что поднимете тост? Ну, за учиться. Все доучились. До четвертого. А пятый не нужен? Ладно, хорошо, давайте до пятого. Нет, это вы как скажете, до четвертого, так до четвертого. Ну что ж, тост сказан, ваши аплодисменты. Так что пейте безалкогольные напитки. Ну что ж, фужеры можно поставить на стол и по той лестнице спуститься. А я хочу сказать о том, что вот ректор Константин Михайлович сказал, что здесь в вечернее время на этом этаже происходит целая творческая лаборатория. Здесь танцуют, поют, занимаются КВН, театральная студия. И вы сейчас сможете убедиться в этом, потому что я хочу на сцену пригласить, кстати говоря, занимаются не только студенты, но и преподаватели. И вот факультету И повезло, даже очень повезло, потому что среди преподавателей факультета И есть преподаватели, которые ходят сюда. Я почему хочу воспользоваться шпаргалкой, потому что я не совсем знаю профессиональный язык, но сейчас попробую. Факультету И очень повезло, потому что один из преподавателей как раз-таки ходит сюда заниматься. Поэтому если вы будете ему аплодировать, я думаю, он вас увидит, вам учиться будет чуточку легче. Встречайте! Преподаватель факультета «Лазерная техника» Алексей Дмитриевич.